я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий. Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны. Это подтверждается и голосованием за конституцию, за выборы, во время выборов, законодательные органы. С другой стороны, у нас эффективное государство, подчеркиваю, эффективное государство, которое способно отвечать на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства.